Пензенская область станет пилотной в реализации нового проекта Рособорнадзора. Он призван максимально снизить бумажную и административную нагрузку на учителей. В дальнейшем опыт Сурского края будет применяться в других субъектах страны. С таким заявлением выступил глава федерального ведомства Анзор Музаев, подводя итоги визита в наш регион. Провести сначала ревизию, потом отказаться от тех запросов, которые не нужны, неважно, федерального уровня, регионального или муниципального, или это креатив директора школы отдельно взятый. Вот. То, от чего мы не можем отказаться, мы должны максимально упростить, где-то автоматизировать и вот эту бюрократию максимально снять. Были подняты очень важные вопросы, которые волнуют каждого учителя, и не только в Пензенской области, и в нашей стране. Вот именно снижение документарной нагрузки – это очень важный вопрос. Кроме того, чиновники обозначили сроки начала реализации проекта. Планируется, что в пензенских школах он стартует уже в этом учебном году.